В Московском центре боевых искусств проходит кубок Дмитрия Донского по рукопашному бою. Сегодня здесь представлены две дисциплины – это самооборона и поединок. Кто участвует в кубке, кто сегодня будет сильнейшим, сейчас узнаем. История этих соревнований уходит в прошлый век, на 24 года назад. Статус, состав участников, да и само название тогда были другими. Имя великого князя Московского Дмитрия Донского этот кубок носит только третий год. У нас всегда поощрялись такие бои, и это, в общем, переросло из забавы в спорт, в серьезный спорт, которым наша страна славится. Тем более правоохранительные органы, которые сегодня здесь принимают участие, команды, которые сегодня здесь принимают участие, им отдельно хотелось бы сказать спасибо за то, что они осуществляют правопорядок, несмотря на то, что, собственно говоря, жертвуют своей жизнью иногда. В 1997 году в дивизии имени Дзержинского во внутренних войсках был проведен первый турнир. После этого турнир он преобразовался, он рос, набирал, как говорится, обороты, становился более популярным. Сначала он стал Кубком России, потом в Кубке России помимо мужчин стали принимать участие женщины. Следующий этап – статус международных соревнований. Подтверждение об участии в этом году дали более 20 стран. Но в связи с пандемией большинство зарубежных спортсменов развернули, причем некоторых буквально перед вылетом. В итоге среди участников – Россия и ее ближайшие соседи – Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, ДНР, ЛНР, Молдова, Южная Осетия, а также Таиланд и Нидерланды. И вот сейчас мы стали свидетелями очередного этапа – включения новой дисциплины – самооборона. Как говорят сами организаторы, это не просто поддавки, а то, с чем сталкиваются сотрудники силовых структур ежедневно в своей работе. Все действия разделены на 5 билетов, в каждом по 5 заданий. Раздел самообороны, он очень несет в себе такую серьезную прикладную составляющую. И, конечно, это то, что используют реально в своей работе, в своей жизни сотрудники правоохранительных органов, органов безопасности в армии. И на нашем турнире тоже участвуют представители и Центра специального назначения, и различных серьезных силовых ведомств. Задача вот именно такого формата для того, чтобы спортсмен рукопашного боя был гармоничен и развит в обеих направлениях своей деятельности. Как служебно-прикладное, если этот человек выполняет обязанности, порученные в соответствии с контрактными обязательствами, либо это гражданский специалист, которому симпатичен наш вид спорта. Данная дисциплина дает возможность спортсменам, которые уже закончили выступать в поединках, то есть спортсменам с большим возрастом, участвовать в соревнованиях, продолжать тренироваться и достигать определенных успехов на таких вот соревнованиях. Потому что поединки – это ударная техника, там должна быть большая физическая подготовка, но возрастные спортсмены, как правило, имеют какие-то незначительные травмы. Дисциплина самообороны, помимо весовых, предусматривает еще и возрастные категории 18-37 лет, 38-49, 50-60 и свыше 60. Таким образом, человек любого возраста может поддерживать свою физическую форму и достигать спортивных высот. Я думаю, что к новому олимпийскому циклу мы ведем отдел дисциплину самообороны со спортивными разрядами, чтобы не только взрослые в них участвовали, но еще и дети. Соревнования по самообороне у меня уже третье, потому что я являюсь чемпионом мира 2019 года и призером России тоже 2019 года. Соответственно, вот в этом году это мое первое соревнование. I am responsible for to bring people from Europe into рукопашный бой, hand-to-hand fighting.
Моя задача состоит в том, чтобы привлечь европейцев к рукопашному бою. Самооборона очень интересная дисциплина. Тренируясь, ты должен соревноваться сам с собой, чтобы понять, как это работает. Поэтому сегодня я здесь. Мы приехали первый раз на мероприятие такого плана и очень даже неплохо выступаем. Рукопашный бой набирает большие обороты в Таиланде. И очень много интересующихся, очень много ребят занимаются, взрослых, этим видом спорта. Этот спорт очень прекрасно приживается для страны улыбок, для королевства Таиланд. Всего в кубке приняли участие около 200 спортсменов, более 100 в поединке, остальные в самообороне. В финальную трансляцию вошли по 6 поединков каждой дисциплины у мужчин, а также один женский бой, за которыми зрители Центра боевых искусств и пользователи сети могли смотреть в прямом эфире с возможностью повторов ключевых элементов. Спортсмены рассказали нам о своих впечатлениях от соревнований и самого спорта. Уверенно себя чувствуешь. Ну, уверенно, не ждешь от ниоткуда подвоха. Знаешь, что заступишь за себя. Турнир, на самом деле, очень хороший. Приехали хорошие ребята, все разрядники, минимум КМС, мастера спорта, международники. Вот, в своей весовой выступаю уже пару лет. Как видите, получается. Очень рад, что занял первое место. Тяжело было. В финале с этим парнем встречались уже. Хороший соперник. Вот в прошлый бой получилось выиграть. И в этот бой, ну, он чуть больше подготовился ко мне, подстроился. Поначалу немного неудобно было. Но вот получилось выйти на болевой прием и завершить досрочно бой. Соперники очень все подготовлены. Видно, что ребята работали над этим. С каждым очень тяжело было. Вот, финальный, особенно поединок, я очень волновался, потому что на таком мероприятии я первый раз на данном кубке. Атмосфера очень хорошая. Тоже можно учиться, как себя защищать, потому что, ну, никто ничего не застрахован, правильно, в наше время. Ну, опять же, еще красота боя, то, что он в нескольких измерениях происходит, мало кто это замечает, да? Карате статично. А здесь почти 4 измерения, если хотите. Совокупность всех видов единоборств заинтересовало. 17 лет занимались много разными видами спорта, но вот остановился на этом, потому что необъятный вид спорта, по моему мнению, уже занимаюсь им 17 лет и до сих пор еще не обладаю полной технической базой, которая, то есть, есть к чему развиваться, есть куда стремиться.